Добрий день, подписчики канала Mentor Bias. У нас двойной удар по квадрицепсам с двумя чемпионами мира. Тройной. Колей Карпуком и Вовой Гараем. Всем привет. Ну, Чемпы, рассказывайте, привет. Что будем делать сегодня? Сегодня как вы будете издеваться надо мной, над молодым? Сегодня у нас по гороскопу выпадают ноги. Как обычно, по традиции, начинаем их с голени. Делаем это все на большое количество повторов. Мы вас не удивим сегодня большими весами. Мы вас не удивим сегодня там, ну, вы не увидите 200, там, присед 200 килограммов. Вот. Сделаем работаем это на разы. Да, работаем на разы, потому как у Коли через 10 дней чемпионат мира, надо донести ноги жесткие, плотные, рельефные. Поэтому травмироваться у нас просто, мы не имеем права на это. Так это что... и надоело, в принципе. И надоело, да. Вот у нас предтреник, вот, возле моя грудь? Лёхи, да. Таить меня будем. В общем, ребята, будет жарко, работаем на разы, 30 повторений. Традиционно где-то 5 упражнений, 5-6 упражнений. Плана, да. Беременным с кормящим нельзя, да, смотреть это видео? Да, не желательно. С собой взяли, поэтому можно приступать. Спасибо. Давайте, меньше разговоров. Первое упражнение мы начинаем голень в тренажере ГАК. Вот, три постановки ног, вот, на внутреннюю часть, внешнюю часть, вот, и на обеи сразу. Так, чтобы зацепить по всем площадям уже голень. Леша, да. Улыбнись в камеру. О, поговори с нами. О чем ты думаешь сейчас? Держи. Скажи о бабушке, о дедушке. Я маме думаю. Вот мы закончили первое упражнение икроножные. Стало уже тепло в зале, и так не особо холодно. Вот. И переходим к следующему упражнению. Посла, да? Да, давай посла. Это упражнение у нас называется ослик. Вот, займите его ничем. Это на камбаловидные мышцы. Вот. И то же самое работаем в трех позициях. Внутренняя, средняя и внешняя. Вот так вот, да. Просто валим. Давай еще два раза. Мы посовещались и решили
перейти на приседания в Смитах. Потому как уже сил нету, на свободный вес, голень уже забитая. Будь еще уже понаправляешься в шлангоспуск. Вот такие дела. Поехали. Да, ребята, давайте не будем много разговаривать, будем дальше работать. Да. Ребята, хочу вам сказать, что приседания в Смите очень эффективное упражнение. Учитывая на то, что очень небольшой вес, на 40 повторений, глубокие приседания, как вы видите, глубокие приседания. Поглубже, поглубже приседаем, поглубже, ниже. Вот. На 40 повторений работает ягодичная мышца очень хорошо в нижней части. Квадрицепс, бицепс, бедра, все задействовано. А так как мы уже два упражнения на голень сделали, нога вообще хана. Ну терпим, терпим. Убираемся. Спасибо. Понимать, что это такая тренировка, более подходящая финальному этапе подготовки для спортсменов продвинутого уровня. Уровня Карпук Про. Он сними его копыта. Ты видишь? И она не всем подходит, но опять же, если вы подводитесь к сцене, и ваша задача детализировать, развалить и углубить ваши ноги, то это как раз то, что вам нужно. Вова, ниже садись. Колени разрабатывай. Давай. 15, 16, еще. 18, 7, 8, 9. Разговариваю. Значит, я выжил. Но мне нужно поддержать своих ребят старших и младших. Комедий-клаб продолжается. Дай ему, дай на штыря. Давай, стой. Стой. Потому что... Стой. Это уже закончилось.
меня не удержать уже. Да? Пятый подход на 40 повторений, ребята. Я встал на это сам. Собрался, собрался, да. Делаем? Поехали. Легко. Раз, два, работай. Три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ноги по-другому не вырастут. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять. Только не на камеру. Семь. Оп! Сука! Дрыщ! Девять. Работай. Тридцать. Десять раз. Раз. Ниже. Веди его, Коля, веди. Три. Четыре. Пять. Оп! Не бзди. Шесть. Ниже. Семь. Ниже. Восемь. Девять. Раз. Вот так. Дай. Молодец, живой. Спасибо, что не убил. Питание. Ребят, что кажется, что касается питания, все банально просто. Заходишь в супермаркет, и всего лишь три дороги у тебя. Рыбный отдел, яйца и салаты. Вот вам три направления. Все остальное мимо. Вот так вот. Так вот живем. А углеводы? Только перед ногами. Углеводы кушаю 100-150 грамм, только когда ноги. Все остальное это, я не считаю там 50 грамм, это на мой вес, это углеводы. Не считаю, что это много их. Они сгорают сразу после второго подхода. После голени уже сгорают. Там уже на волевой. Выноси всех святых. Так, ну что, Вован, крайний? Отказался. Поехали, отказался. Давай. Пиши. Давай, работай. Три, шесть. Два. Три. Четыре. Давай. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. И восстали машины из пепла ядерного огня. И было это перед чемпионатом мира в 2015 году. Сука, трудом вызывайте. По-моему, я приплыл. Сука, ну и так, естественно, некуда девать их. Спасибо вам. Мы только на середине. Что сейчас сделаем? Что-то? Пожмем, пацаны, еще? Мы сейчас сделаем жим ногами. Спина уже убита. Говорит Леха, да, как Леха говорит, столбов уже нету сзади, вот, поэтому нагрузку снимаем с поясницы, идем, нажим ногами. Постановка ног. Мое предпочтение ставить ноги шире уровня ширины плеч, дабы подключить максимально внутреннюю часть и задействовать максимально наружную галифе. Ну, не знаю, отстает она или нет у меня, но в такой постановке я часто делаю, поэтому вот так вот как-то. Приступаем. Не ходите, дети, в доберман, ноги с гороем и карпуком качать. Но если серьезно, вот эти вот все супер методики, все это полный бред. Надо работать, работать очень жестко, беспощадно к себе в первую очередь и к своим тренировочным партнерам. Есть один такой секрет, который еще давным-давно кто-то из великих озвучил,
для того, чтобы стать лучше, ты должен делать то, что не делал раньше, и тренироваться с сильнейшими. Именно поэтому мы здесь с двумя чемпионами мира, Колей Карпуком и Вовой, играем. И это не шутки. Все в реальном времени, все жестко и очень-очень-очень хардкорно. Хорош, вести, давай. Сколько повторений? 40. Что? 7 на 8, Коля, сколько будет 7 умножить на 8? Нет, давай. Нет, еще. Давай еще. Пропускаем. Пас. Ребят, жим ногами можно, конечно, заменить приседанием, но единственное только, что снимает нагрузку с поясницы и со спины. Вот. А также работают глубокие прожимания, работают и ягодицы, квадрицепс, бицепс бедра. То есть полностью прорабатываются полностью ноги. У тебя! Давай! 60! Ха! Разводку делаем. Разводку. Не мог прижимать там, не разводиться. Так, ребята, крайнее упражнение, 8-е, 9-е, не помню, уже сбился. Разгибание ног сидя. Добьем свои квадруны, бля, так называемые. Ну нет нихуя их, ну маем-то что маем. Приступаем. Держи. 5, 6, 7, 8, 9. Держи. 10. Ребят, смотрите. Вначале делаем 15 повторений с паузой. В статике вверху. Пробиваем глубокие мышцы, квадрицепс. Вот, глубину. И 15 быстрых. Накачка. Накачка, дабы почувствовать, какие у вас большие квадрицепсы. Дабы не отвыкнуть. Ты чувствуешь, какие у тебя квадрицепсы большие? Это шикарно, и ты их уже не чувствуешь. Опускай ноги ниже. Сгибай. Да. Хорошо, надо. Давай руку. Молодец. Встаем, падаем. Я знал. Не так мы ты гнал. Вот. Давай. Скажи, классно, что не на подготовке. А то бы сейчас еще позировать пришлось. Вот это да, вот. Слава Богу. Вот. Спасибо. Мы же посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотри. Хорошо наполнила. Красиво. Свет дашь это не да. Вот. Не наклоняйся, Коль, не наклоняйся. Вот свет перекрываешь. Ай-яй-яй. А на елочку? На елочку есть? Да. Все в крови. Все в крови. Елки, ели. Пих ты там, бля. А сбоку давай. Руку, ага. Ай, хороший. В крови нагнали жутко. А ну подсаживайся, покажи бицепс бедра. Ну. Угу. Да, ножки, блядь, нет. Ого! Вы увидели с нами с двумя чемпионами мира и чемпионом вселенной тренировку ног. Эта тренировка была построена на перед соревновательном этапе, многоповторная. Я надеюсь, вам все понравилось. Если вы хотите увидеть тренировки в другом направлении, там на набор мышечной массы или же на более средний уровень, ну там не набор и не сжигание, подписывайте. Что там, как правильно сказать? Подписывайтесь на канал Mentor Body. Подписывайтесь на канал Mentor Body. И мы обязательно покажем вам тренировку на высочайшем уровне. Спасибо.